Привет, девчули. Я такая голодная, решила покушать. Может, кто-нибудь со мной покушает? В общем, купила вот такую вкусняшку. Вот. Хотела купить Макдональдс, но туда добираться очень-очень. В общем, такие вот штучки. Девчонки, вот такие штучки. Сырные палочки какие-то. Вот, давайте попробуем, да? Два таких. В общем, один, вроде я так поняла, с курочкой, другая с мясом. Будем кушать. Я такая голодная, девчулечки. Так. Сейчас у нас есть здесь вот такой соус, называется как-то, короче. Так, также есть кетчуп. Я такая голодная, девчонки. Еще есть вот такой майонез. Еще один есть какой-то вот, какой-то еще что-то такое. Девчонки, девчонки. Мои девчонки. Просто что-то с чем-то. Ну что, приятного аппетита, девочки, вам и мне. Без 15-25. До этого времени, девочки, я ничего не ела. Только пришла домой. Девчуля,
Я голодная, очень. Надо же так. Ну, как у вас дела? Как поживаете? Второй тоже приходим, да? Надо ж так проголодаться. Сыр. Почти наедаюсь. О, живот бурлит. Надо думать, что такое там творится у Маши. Sorry. Да. Когда голодная, можно за два сета приходовать.
Уже наелась. Спасибо Всевышнему, что дает возможность нам покушать. Уже голова кружилась просто. Думаю, когда доберусь до дома. Просто если где-то сяду, на пару часов задержусь. Как хорошо, когда покушаешь, да? Ой, девочки, я вас всех люблю. Пришла в себя. Спасибо вам большое, что вы смотрите меня, что вы со мной. Благодарю вас. Кто меня не понимает, проходите мимо. Спасибо, девочки, целую вас. Очень люблю, очень. Я так наелась.